Еще ярче с системами оповещения и обратного отсчета времени. На перекрестке улиц Мира и Ленина подключают новые светофоры. Напомню, установили их здесь еще 2 недели назад, но запустить не могли из-за морозов. И вот сегодня работа на перекрестке кипела. В то время, пока дорожники демонтировали старые светофоры и устанавливали новые, движение регулировал госавтоинспектор. Кстати, на Мира Ленина заменят все светофоры, их 16. Специалисты ДРСО обещают все работы на перекрестке завершить уже завтра.